16 марта, 17 год, 6:30-40, наверное, утра по Киеву. Припёр специально камеру с хорошим разрешением, дабы не на телефон снимать, а в хорошем качестве. С прошлой записи скульптура забронзовела и приобрела совершенно иной вид. Да, кроме того, я в прошлый раз при записи на телефон переврал канонический текст стихов, приведенных у Бориса и Аркадия Стругацкого. «Свят Георгий в обое на лихом сидит коне, держит в руке копье, тычет змея в жопе». Копье, правда, куда-то делось. Почему в обое, непонятно, учитывая, что змей был, по легенде, поражен при операции санации города от змеев, ворующих девушек. Скорее похоже на действие нынешней санэпидемстанции. Да, анатомические подробности, конечно, более чем детальные. В обое, не в обое. Странно бы было вообще требовать каких-то документальных точностей в рассказе о мифическом герое. Впрочем, мифическом, условно, могила в Израиле есть, мощь. Ну, в общем, красота. Не знаю, где это будет, но красиво.